DT, производитель Белита Витекс. Это белорусская косметика. Сейчас мы начнем, наверное, с антибактериальной пенки. Вот с такой. Данную пенку я уже пробовала. У нее отличный дозатор. Дозатор, который позволяет самому составу пениться. Вот с таким носиком. Если немножко надавить, появится пена. Ну, в принципе, такой пеной вы и моетесь. Хорошая пенка, хорошо очищает лицо до скрипа. Написано, что содержит 20 целебных минералов, комплекс антиакне. Нежно очищает и оздоравливает кожу, снижает избыточную жирность кожи, не пересушивая, препятствует образованию прыщей, акне, черных точек, устраняет без зоны. Да, могу сказать, что она сдержит свои обещания. Состав я вам сейчас покажу поближе, чтобы вы могли видеть. Далее у нас идет тоник, софт тоник, оздоравливающий и изотонический. То есть в данном тонике также содержится 20 целебных минералов, снежные водоросли и морская ромашка. По составу я покажу вам поближе. Состав хороший, бетаин на втором месте, успокаивает лицо будет. Минерализированная эссенция из 20 целебных минералов Мертвого моря. Оказывает мощное оздоравливающее и укрепляющее действие на кожу. Способствует активизации обменных процессов в клетках. Улучшает тонус и эластичность кожи. Тоник мне понравился. Он действительно успокаивает кожу, напитывает ее. Далее переходим к мягкому крему для умывания лица. Он содержит морской виноград и алоэ. Что могу сказать о нем? Он действительно мягкий, в нем... Обычно на втором месте, на третьем где-то СЛС, в нем такого нет. В нем на втором месте глицерин, ксилоалкоголь и экстракты. То есть состав я вам сейчас показываю крупным планом. Неплохой по составу. Действительно мягкий, он не настолько хорошо очищает лицо до скрипа, как первый тоник. Но, опять же, у кого раздраженная кожа, лучше для начала попользоваться вот этим вот гелем для умывания. Далее специальный крем для лица, так называется данный крем в этой косметике. Могу сказать то, что он действительно успокаивает. Его наношу на все лицо, оставляю на ночь. Содержит морскую ромашку и алоэ. По составу для вас я укрупняю его. Запах у всей данной косметики вот такой немножко... как вам сказать? Действительно похож на минералы. Ну, вот немножко соли, то есть минералы Мертвого моря. Запах моря, я бы даже сказала. Здесь написано, что богатая формула крема – это настоящий целительный эликсир для кожи, склонный к аллергии и раздражениям, негативно регулирующий на различные внешние воздействия. В сердце формулы – природная целебная сила, лекарственных растений, ценнейшие масла и минералы. Понравился крем. Последний кремик, о котором я вам хотела бы сегодня рассказать, это сос-сыворотка интенсивная. Я ее использую локально на участке, которые имеют покраснение, либо появляются прыщи. Крем очень понравился, действительно он борется с воспалениями. Опять же, лучше всего наносить его на ночь, чтобы результат был максимальным. Написано, что нужно наносить средство на проблемную часть кожи два раза в день. Советую вам приобрести данную серию, потому что она мне понравилась. Спасибо всем за внимание. Если понравилось, ставьте лайки. Будем продолжать делать обзоры на белорусскую косметику. Всем хорошего дня. До свидания.